Салам алейкум. Это инди-хоррор. Мистер Хоббс Плейхаус, то есть игрушечный домик мистера Хоббса. Вот это мистер Хоббс, наверное, справа, какой-то лох. Кроль, опять, чертовы кролики, везде, повсюду. Тут написано продолжить, я не начинал. Какого черта? Сейчас продолжим. Папа, можешь сегодня забрать мистер Хоп себе? Не говори чепухи, Руби, что бы бабуля подумала, если бы это услышала. Она сделала его специально для тебя. Я ставлю включенный ночник, попробуй заснуть. Опа, ночник. Какие брюки. Мама, папа, у мистера Хопа. Ого. Задача идти в комнату родителей. Неплохо. Так, и обратим внимание на низ. На... Это энергия, это надо бежать. Ну так как мы маленькая девочка, да, мы устаем. Можно сесть, прыгнуть нельзя. И у нас есть глаз и зеленый круг, как будто... Next круги будут желтый и красный, и получится светофор. Какой нахер светофор? Картина. Безвкусная. Цветок. Мишка. Уродливый. Если бы только Руби послушалась родителей и убрала игрушки. Придется прыгать через игрушки, разбросанные по дому. А если наступит чё? Это привлекает мистера Хопа, ясно. Мистер Хоп, 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 хип-хоп. Хоп. Это тоже? Понятно. Беру. Джена, Ми, Руби, Давид. И машинка привлекает. Ух, блядь. Совет, шаги хорошо слышны. Прежде чем выйти из укрытия, убедись, что вы в безопасности. Вы что, больные нахер? Какого еще укрытия? У меня нет никакого укрытия, у меня только игрушки повсюду. Это укрытие? Я не могу, типа, присев ходить. Может быть, это укрытие? Нет. Ты даун? Не пойду туда. Так, я прыгаю. Я могу сразу... О, да, все отлично. О, статуя? Ни хрена себе. Целый платформер. Сколько же у тебя игрушек? Что такое? Мистер Хоп! Тут царапина. А задача вернуться в кровать. Ладно. Все. 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 Пиздец, не игра. Что у меня? Мистер Хоп? По-моему, здоровый. Выйти из дома. Легко сказать. Я даже не знаю, где выход. Туда не пойду. На связи. Мистер Хоп! Ой, это не я. Это... Сервы кончены. Можно спрятаться как-то. Как выйти из дома? Блять. О! Моя кровать! Конец. Что? Руби сказала, что ей все приснилось и отправилась обратно в кровать. Возможно, это была ошибка. Да. А я выйду из дома. А я хочу мистеру Хоббсу попасться. Давай, уй, блядь. Он тут довольно здоровый промежуток. Мистер Хоббс, это не я. Ну тут он меня не поймает. Потому что тут нет промежутков. Ха-ха-ха. А, выход. А, ну да. Не все так просто. Где мне взять ключ? А зачем садиться? Зачем мне эта функция? Не понятно. Все понятно. Но мне пизда. Это не я, мистер Боап! Сука, тупорылый платформер какой-то. Ёб твою мать.
Все, нормально? Нет. Хрена не нужна. Я успею. Спокойно успевает. Алло. Полиция. Меня кролик пытается убить. Тут же нельзя ходить. Присев. Забыл. Ой, блин. Да. Ты нахера развернулся? Все, иди, иди. Ой, да что мне сделает эта машинка? Он даже не зайдет в мою комнату. Что, туалетка? Ха. На связи. Все, выход. Мама? Какая нахер мама? О, ключ. Какая к черту мама? Тут кролик огромный ходит по дому. Ой. О, кухня, но мама по-любому здесь. Блядь. А может и нет. Блядь. Ага, мама. Что это? Магнитофон. В маленькой записке говорится под зеркалом. Что? Каким зеркалом? Ой, ну нет. Фу, ну какие нахер кассеты. Что за бред? Моя задача найти мать и свалить отсюда к ебеням. Оу, как круто. Вот, блин. Успел, успел. А, под зеркалом же, правильно. Инвентарь нету. Каким нахер зеркалом? Вот зеркало. Я не прав? Годовщина 18 апреля. Блестяще. Спасибо за информацию. Очень полезно. Лучше зеркало не дайте. Ну вот же зеркало. Ну что за... Что? Я взлетел. Что за хрень? Я что-то не очень понял логики. Это баги. Это баги. Класс. А может я также могу тут взлететь? Нет, тут не летающая стена. Дай кассеты. Спасибо за кассеты. Серьезно? То есть я могу войти? Понятно, тогда уже не смешно. Алло? Бля, устал. Пока. О, кассета. В 8 сентября вчера мы с Дженой и Руби навещали Эстер. Руби обожает навещать бабушку, она ее называет бабулей. В последнее время ее здоровье ухудшилось. На прошлой неделе мы к ней заезжали, заехали, но она просто осмотрела в стену. Нам пришлось потрясти ее, чтобы привести в чувство, но после этого она вела себя, как ни в чем не бывало. Кто знает, как долго она находилась в таком состоянии, мы договорились, что она сходит к врачу. Я же должен записывать идеи для нового романа. Блестяще, спасибо за кассету. Сударь. А у него глаза этот, зрачки. Вот, блядь! И что, и что, и что, и что, вон кассету я вижу. Я вообще могу сюда пройти?
Нет, там этот ходит. Кролик. 14 сентября сегодня мы с Дженой снова заехали к Эстер, и у нее было очень грязно. Не понимаю, что такое могло произойти так быстро. За своей гигиеной Эстер тоже, кажется, не следит. А нас как будто не узнает. Ей завтра к врачу, Джена беспокоится, что с ней что ей потребуется особый уход. Нужно это записать. Надеюсь, Руби не видит. Я такой. Да. Действительно. Я тоже на это надеюсь. Но. Что, у нее кролик огромный по дому ходит. И опять в тупик. Обои. За обои будешь платить, тварь. Что? Какого черта? Как... А, я, наверное, рядом прошел. Блять. Вот, блять. Зачем телефон? Какого? А, опять забываю, что нужно сделать так, чтобы он прошел. О, кассета. А, 15 сентября. Сегодня Эстер положили в больницу. Рано утром ее соседи... Что это за слово? Вивали? А, вызвали, наверное. Вызвали полицию, потому что услышали ее крик. Она проведет в больнице несколько дней. Мы сказали Руби, что она упала и что с ней все будет в порядке. Диагноз еще неизвестен. Ясно. О, у него вот зрачки. Расплакался. Обидно стало. Вот блядь. Тут рандомно спавнится, как я понял, кассеты, да? Какого черта? Их раньше тут не было. 17 сентября мы отвели Руби в больницу навестить бабулю. Эстер сделала для нее мягкую игрушку кролика по имени Попрыгунчик. Эстер любит вязать одежду и игрушки, и Руби была благодарна, но я должен признать, что эта игрушка выглядит жутковато. Да, нормально. Бывает. Еще две кассеты. Мы должны подумать, что эти кассеты. Мне сейчас останутся, ничего. Нет. Выясним. Впечатлило. О! Я возьму трубу, я возьму. Да, сейчас. Алло, спасите, за мной кролик ходит. Привет, Рубин, это твой сосед Марк, ты в порядке? Я уже несколько часов пытаюсь звониться. Нет. Ни хера не порядок. Алло? Да-да? Что такое рай? Цивилизованные люди вообще. Я правильно же? Кто узнал? Видимо, да. А, найди секрет. Что? Ну, в окне было морда кролика. Это я секрет? Или вот этот секрет? Чего? Сороки. Ну, я вот здесь не был. Не, я здесь был. Ну да, кассета, как я и думал. 19 сентября, нам только что позвонили. Эстер скончалась во сне. Класс. Врачи не смогли поставить диагноз. И даже сказали, что это ее внезапная смерть была странной. Нам придется сообщить об этом Руби. А когда она вернется из школы, это будет нелегко. Ну и хрен с ней. Найди секрет. А, вот он, да. Nana locked into fires of hell and she saw me. Чего? Короче, какая-то Nana закрылась в огнях, в аду. И saw me. А кролик вообще не изменился, кстати. Я думал, после пятой типа кассеты он вообще бешеным будет. Но нет, он вроде такой же. Имей уважение, у меня в скорости не было.
Ух, блядь, нихера себе, кролик-паук. Тупорылый. А, 22 сентября, после того, как Руби услышала печальную новость, ее поведение изменилось в худшую сторону. Нам пришлось забрать у нее рогатку, потому что она стреляла шариками по кроликам. Она сказала, что защищается от него, но это же просто игрушка, пришлось спрятать рогатку под замок, потому что Руби постоянно находила ее. Кажется, Дженна положила ключ под цветок в коридоре. Ну и ладно. Цветок в коридоре? Да вы что, издеваетесь? Вот цветок. Ну естественно. Где же может быть коридор? Думаете, я запоминал тут все? Я ничего не запоминал. А тебя я запомнил. Даун. Спи. Ничего не спи. Ма. А это коридор, не? О, вот цветок. О, да. Я, откуда он? А, черт! Нет, 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 нет. Ты слишком туп. Ты не можешь перейти в мою комнату. Так. Теперь знать бы, откуда этот ключ. Не. А тут уже должна быть закрытая дверь. А, да, 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 да. Вроде как я угадал. Что? Шутка, что ли? Нет. А. Может, календарь типа? 18. Естественно. Подсказку мне. Слишком сложно, слишком. Стоп, стоп. 18 апреля. 18 апреля. Апрель это что? Да ладно! Не смешно. Ну, мистер Хоп. Сейчас будет шутер. Нет, все. Меня уже ничего не напугает. Сейчас я тебе покажу мощь рогатки. Давай. Давай. Сейчас рай. Теперь я ничего не боюсь. Настало время мстить. Мистер Хоп. Какого черта его искать должен? Что? У меня еще КД на выстреле и бесконечные камни в запасе. Это хорошо. По идее, я сейчас должен и мистера Хопа искать, который меня искал всю игру. Я вечно что-то должен искать. Мистер Хоп, имейте совести, выйдите уже. Понятно. Не понял. А, у меня... У меня, кажется, камни не долетали. Ну, ясно, ясно. Что, мне сюда? А, это телефон. Ой, мне сейчас вообще так насрать. Все. Руби, подойди, поцелуй бабулю. Чего? Не. О, бабуля.
Бабуля, но я думала, что ты. Грася, бабуля. Что? Что, рогатка не работает против такого? Ну да, это, в принципе, логично. Полиция не с места. Да ладно. Меня кролл поймал. Ни черта не понял. Шуете, что ли? Такая же концовка. Ну, это странно. Типа, меня в прошлый раз так-то кролл поймал, и не вы, я, типа, сбежала. Ладно, хер с ним. Закончилось, так закончилось. Итого. У игры есть, конечно, один сплошной минус в виде найди то, плюс, ну, типа, геймплей. Однообразный, да. Это, типа, вообще не круто, но у игры есть и плюс в виде просто отличнейшей атмосферы. Игра реально жуткая. Насчет главного монстра, ну тут, ну, для кого как, на вкус, типа, меня вот эта хрень не особо, если честно, пугает. Скорее, атмосфера берет, да. И плюс пикселизация, вот пиксельная графика тоже дает страхом, да. Потому что это выглядит реально жутко. Ну, по крайней мере, это можно пройти, это можно поиграть, ну, на любителя, скажем так, да. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.